Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плейм. Продолжаем проходить Last of Us. Вы помните, в прошлый раз нас... Вон там, у лошади! Ага, вон там, у лошади. Нас убивают, собственно говоря, щемим. А мы в прошлый раз с вами пытались дерзко сбежать на лошади, но у нас ничего не получилось. Поэтому придется дерзко сбегать сейчас. Вперед. Тихо, тихо, тихо. Открывай, что ты... Быстрее собирай, что там есть. Красава. Валим, валим, валим. За нами, короче, какие-то охотники бегут. И мы убегаем от них и пытаемся тем самым еще и Джоэла спасти. Чтобы они его не нашли, его не убили. Потому что они нас... Опа. Твою мать. А, такое это они, короче, из университета. Собственно, как я и предполагал. Я рисковать не буду. Так, их тут двое. Я не понимаю, что с ними делать. Надо либо вперед пройти, либо всех убить. В принципе, убивать бы как бы их нет, наверное, смысла. Но с другой стороны, он как бы есть. Чтобы... Ой, третий идет. А, это второй только. Так, отлично, допустим. Я вот, интересно, успею до него добежать, нет? Допустим. Говнюк. Тот еще ублюдок. Где он? Вон он, отлично, он идет сюда. Это Оми. А, еще один идет. Так, отлично, их два. Получается, сейчас я обоих сношу. Твою мать, да, я и твою мать сейчас положу, буду шарать. Так, короче, запалили они, да? Что я... Сука, четыре. Было их, оказывается, осталось три. Ладно. Да. Ах, не успею, сука. Где еще один? Ага, вон он ходит, отлично. Так, этих стрел-то остались. О, отлично, вообще замечательно. Новое оружие, дробовик. Это оно не новое, нихера, ты что говоришь-то? О чем ты вообще? Какое оно новое? Оно у нас было 100 раз. Так, отлично, стрела. А ну, я так понимаю, придется их убить. Сейчас мы по-быстренькому пошастаем тут. Ну как по-быстренькому? Аккуратненько, спокойненько. Поубиваем всех, да и все. Делов-то. Нам ли не привыкать? Точнее, нам ли привыкать? Правильно, Эльк, мы же с тобой четкие. Нам с тобой... Опа, что это было сейчас? Где-то что-то было такое, что... А, кирпич. Ну и ладно. Так, поблизости есть кто? Нет никого, хер с ними. Упырь, ты сейчас умрешь. Я ж тебе говорю, ты сейчас умрешь. Подонок. Так, кто меня палит-то? Подожди-ка. А, вон он, сука. Вижу, вижу, вижу. Отлично. Ножом, я так понял, она его тоже снимет, да? Если он зомбарей снимает, то почему его ножом не снять? О, я уж думал, сейчас меня спалит. Прям по-любому, прям вот просто чувствую, что он сейчас меня возьмет и спалит. И куда теперь? Вот, хороший вопрос, Эльк. Я даже не знаю, куда теперь. Дальше пойдем вперед, наверное. Попробуем пособирать ингредиенты. Опа. Куда они делись? Вон один. Там не один, там два. Ладно. Тихо, 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 не дури. Сначала прошерстим дома. Первым делом надо шерстить дома. Потому что в них много чего полезного, в них мы все найдем. Сожрем шоколадку. Девчонки маленькие сладкое любят. Да и не маленькие, все любят сладкое. Да и не только девчонки. О чем я вообще? Шоколадки — это святое дело. Так, скрафтить мы ничего не можем. А значит, пока останемся здесь. Так, вон еще один. Раз, два, три. Вижу троих. И все они очень далеко. Это хорошо, что они очень далеко, поэтому пойдем тихо, пойдем как-нибудь немножко сзади, встанем к ним поближе. И всех их нахер расстреляем. Других вариантов, в принципе... Других вариантов, в принципе, быть не может. Что-то музыка какая-то то начинается, то прекращается. Я не пойму, что-то рядом со мной шастает. Я просто его не вижу нихера. Вполне вероятно. Опа, пожрать. Пожрать, полечиться, святое дело. Чего бы нет-то, иди-ка сюда. Чё там, чё там, чё там? Отличненько. Во, я же говорю, музыка, то начинается, то прекращается. Что происходит вообще? Где девка?
Девка здесь. Опа, 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 смотри. Да их тут что-то... А у тебя? Чего? Видишь что-нибудь? Их здесь что-то очень много прям. Заглянем в дом. Так. В какой дом? Ты что, упал, что ли, в дом? В дом, говорит, заглянем. Загляну я сейчас в дом. Что-то они какие-то бесшумные стали. Что за херня-то? Да сейчас покажусь, чувак. Подожди маленько. Ты, главное, поближе подойди, и я тебе покажусь. И покажу я тебе, что хочешь, делаю. Ха, смотри, на магазине, короче, Садис написано шрифтом, по-моему, тем же, как и у меня раньше было куплено в плей на шапке канала написано. Вот это нихера себе. Погнали. Так, здесь никого, да? Ладно, хер совсем. Так они где же все, получается? Они же в дом кто-то собрался идти. И никто не пошел. Где девка? Да где ты-то? А, вон ты. Я либо слепой, либо чок. Прям где-то рядом ходит же, я слышу прям по звуку. Ну нет, так нет, хер с вами, погнали. Давайте пойдем здесь. Ага, один запалился, раз. Здесь все-таки, по-моему, никто не ходит, меня просто глючило, два. Ага, раз, раз, два, раз, два, раз, два. Да что ж вы, какие собаки непонятные-то. О, опять в дом. Опять собрались в дом заглядывать, сучата. Мне немного страшно на себя их приманивать, потому что если они придут, то вполне вероятно, что они меня задолбят в рукопашку. В рукопашку они всяко сильнее, чем маленькая девочка. Конечно, понимаю, что она прошаренная и уже давно пропитая, пробитая. Да. Сука, вообще, да, прям по этой, по уходящей траектории прям шмальнул. Он же даже не видел, что в него стрела летит. Опа, 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 опачки. Вот это сейчас было очень плохо. Один выстрел мне может все испортить абсолютно. Ага, вон он, отлично. Кто братан? Где братан? Братан, не надо. А, он братана он потерял. Ладно, хер с ним. Да что же вы, суки, какие предприимчивые. Они ведь все ходят толпой, прикинь. Их просто так-то особо-то не раскидаешь. Спасать кто-то пошел. Так, кто-то здесь прыгает, отвечаю, прям слышал. И нет никого. Это, короче, стратегия нужна, прям вообще стратегия стратежная, прям такая стратегическая, прям вообще. Опа, 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 чувак, ты сегодня умрешь. Ты зря сюда вышел. Чувак, выйди назад. Сука. Надо как-то куда к ним поближе подобраться. Можно, в принципе, вот здесь пойти. А-а-а! Твареныш. Что это там? Вон там! Ладно, бежим. Они стреляют просто так в молоко, они не знают, где я нахожусь. О, я убил его, нет? Сука, он бежит, прикинь, живой. Чувак, ты меня заметил, что ли? Так, и куда теперь? Сука, почему он отвернулся-то, собака? Нормально. Подонок. Так, осталось два вон там. Насрать, в принципе, на них. Сейчас мы у этого стрелу заберем. Где моя стрела? Так, это меня палит где-нибудь, нет? Ага. Я, отдай стрелу-то, слышь! Они же, по-моему, собирались. Так, вон еще одна валяется стрела, ладно. Врезай, трон. Так, тут один ходит, там наверху один. За толчком, по идее, быть никого не должно. Туда я побежать что-то боюсь, они меня сейчас спалят.
Так, вон идет собака. Сука, как же далеко, а? Ладно, отлично, один остался, один при... Да твою ж мать, какой, сука, живучий. Ах! Ну идите сюда, подходите, чуваки, с ружьем, с ружьем постреляю, насрать вообще. Ах, ты снайпер какой у меня, а? Он подох, что ли, там? Походу, чувак-то склеился, в который я стрелой попал. От кровотечения помер тупо. Да? Ладно. Так, это мне. Это я все соберу, чуваки, с вашего позволения, окей? По-моему, я всех перебил. Максимум остался тот хромой, которого я не сумел завалить. Так, и куда теперь? Теперь на выход, раз. Это один из тех случаев, когда надо было действовать очень быстро, не обращать внимания на то, что ты можешь спалиться, потому что палиться здесь, в принципе, не перед кем. Отлично, давайте я одну бухашку сделаю себе взрывную. Так, возьму-ка в руки пистолет, я на всякий пожарный, потому что мало ли налетят. Придется стрелять. Вот, отлично. По-моему, я всех перебил, по-моему, все трупы. Осталось, короче, собрать пожитки с них, и, в принципе, продвигаться можно вперед. Куда-то туда наверх. Я не понимаю, как она хочет именно таким образом кого-то отсюда отвезти, когда она всех убивает. Она же должна, по идее, по смыслу вообще того, что она хочет, она их должна просто куда-то отвезти. То есть куда-то подальше, типа они должны искать ее будут там постоянно, а они в это время пока Джоэл выздоровеет, и они оттуда успеют свалить. Но это, по-моему, как-то нелогично, то, что она их убивает. Ну и, в принципе, насрать. Главное, чтобы тут главный чувак не начал нам на чувство давить. И не пришел, сказал, ну ты чё, я о тебе позаботился, там все дела, как бы, я не хотел тебя убивать, это все они, давайте я буду третьим. Я не знаю, как пока бы... тропа, тут я смогу выбраться. Но мне кажется, ты не поднимешься, здесь что-то высоковато, тебе не кажется? Мне, конечно, попробовать-то стоит, других вариантов вообще нет. Нет. Она говорит, я смогу выбраться по тропе, но тропа-то ведет в никуда. А сюда, например? Нет? Все, Элли. А, ну да. Все, Элли, все, погнали. О, она же плавать только не умеет. Да-да-да, прикинь, не плавать упасть. Не умеет, и вода холодная. Что такое? Что случилось? Ты кого-то запалила? Ты меня так не пугай. Вроде нет никого, а что она паникует? Хер ее поймешь. Но она поглазастее, чем я-то. Она, в принципе, видит, наверное, что-то кого-то замечает быстрее, чем я. Я вот, в принципе, никого не вижу. Тиси, нет как бы никого. А когда я увижу, будет уже поздно, потому что они спалят, судя по всему. Есть, да. О, хорош, дырочка. Из этого отверстия, не побоюсь этого слова, можно будет отстреливаться неплохо. Никого же нет. Куда она пытается попасть? И как она вообще, и зачем она их вообще куда-то ведет? Она же их всех перестреляла. Мне кажется, таким терминатором можно было просто в их лагерь залезть и там же всех и убить. Эта штука загородила дорогу. О, эта штука очень херовая для нас, судя по всему. Надо как-то найти способ ее вытащить. А что за штука-то вообще? А, ящик. Не, с этим даже Джоэл бы не справился, наверное. Сюда. Как же отсюда выбраться? Да я хер его знает, если честно. Поверху? Нет. По низу? Там вода. Как-то вариантов-то не особо много, я так понимаю. Наверх залезть? Вот вроде как бы не особо приметных таких залезаний-то нету никаких. А, вот, отлично. Вот так. А, черт. Вон ты что удумала. В смысле, черт? Теперь ты там можешь протиснуться по-любому, ты же мелкая. Пф, делов-то. Как она эту хероборину двигает? Она же маленькая. В ней силище больше, чем в Джоэле, наверное. Так, тут, короче, походу, сейчас паника будет. Мясо полнейшее, потому что... Мне в другую сторону. Джоэл, держись. Он тебя услышал.
и держится изо всех сил, ты не поверишь. Он просто вообще мастер держания. Он будет держаться, сколько бы я здесь не тупил, поверь. Так уж игра зашита. Сука! Опять идут. Так, ну одного я там заметил. Сколько их всего? Пока что один. И ведь даже прикинь на этот, как его, на звук он не просматривается. Но где ты, соплячка? А, это он так говорит. Я здесь, чувак. Тихо, кто меня палит сейчас? А, вон еще собака одна. Окей. Так, он идет сюда. Хорошо, отсюда я, в принципе, могу, наверное, быстренько на него выпрыгнуть. Да-да-да, чувак, иди сюда, иди сюда. Прямо вот так вот, из-за угла. Тихо-тихо-тихо-тихо. Говнюк тот еще. Так, где-то еще же один был, в синей куртке, где он? Чувак, ты где? О-о-о. Нашелся. Да-да-да, чувак, смотри, твоего товарища убили, прикинь. Капец. Вообще беда. Ой-о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 й
целиться ты будешь, я не пойму. Нажал, нажал на прицел, он стоит, не стреляет. А, Элька, Элька, оу! Так, патрончики. Говнюк. За минусом. Еще один остался, вон. Хорош. Да. Все, что ли? Ну, по-моему, как все. Больше особо никто не напрягает, никто к нам не идет. Устроили небольшую перестрелку. Можно, конечно, я так понимаю, просто проходить вперед, ничего при этом не стреляя, никого не убивая. Но так, наверное, будет скучно. Просто по стелсу ползти, и там любая ошибка. Вот реально, когда ты просто ползешь по стелсу и пытаешься никого не обратить, чтобы никто на тебя не обратил внимания, никто тебя не увидел. Любая ошибка потом, когда, например, ближе к концу пути тебя кто-то начинает палить, это может оказаться вообще просто смертельной ошибкой, потому что они кучей налетят и убьют. Я не хочу здесь застрять. Я тоже, поверь. Но нам это надо по-любому, потому что здесь слишком много припасов, судя по всему. Где же выход? Выход, выход, сейчас найдем. Подожди, сейчас сначала все соберем, что есть. Потом мы тебе выход найдем. Так, места у нее нет, хорош уже. Так, это тебе. Здесь нам что-то не хватает. Здесь полностью. Плохо! Да убери ты его. Ай, надо, короче, все полутать, все слишком... Все слишком ценно, надо залутать все. Так, выход нашелся, ладно, пойдем сюда сходим. Здесь, я так понимаю, тихо. Здесь никого нет. Отлично. На этой стороне домика! Вот это, короче, сейчас было вообще не к месту, сука. Откуда вот он взялся? Давайте спрячемся, будем отстреливаться. Так, я откуда залез? Отсюда. Где? А? Сейчас один сюда полезет, я так понимаю. Или не полезет? Или тут пойдет? Подожди, тут тоже есть проход. Кто меня палит сейчас? Где эта собака? А, это такой звук, когда отпускаешь кнопку. Ладно. А в дом-то они могут залезть или не могут? Он слишком здоровый. Здесь все стороны вообще, в принципе, не законтролируешь. Так, здесь никто не видит меня. Ладно, пойдем дальше. На улице никто не бродит, на улице никого нет. Они сюда не лезут, я не знаю, почему они не хотят сюда категорически идти. Я тебя убью, дрянь мелкая. Серьезно? Чувак, по-моему, ты перепутал меня с кем-то. Подонок.
Опа, а вот я и спалился. Ладно. Придется отстреливаться, что ж поделаешь-то, где они? И что теперь? Вас было еще больше, вы все были тоже с пушками. А толку-то от этого? Предупреждали они, предупредители херовы. Пойдем поближе, подходи, чуваки. Я сейчас покажу, как надо пушками-то пользоваться. А то вы бегаете, вы, походу, ими вообще неправильно пользуетесь. Вы хоть знаете, как их правильно применять, эти пушки? А, наверх, сверху обзор получше будет. Но нахер его надо, пошли вперед. Я даже не понял, кто откуда орет, если честно. Один ко мне бежал, ну и что? Остальные где? А их тут что-то и нет, реально прям. Куда пропали все? Хер его пойми. На туре, я прям вообще удивился сейчас. Хера себе, он за меня просто это сказал. Чувак, давай ты будешь за меня видео снимать. Красавчик вообще, в тему фразы говоришь. Прям самое оно. Ну, молодчик, ну, мужик, а. Хера себе, он сказал, ты слышал? Еще так с выражением, так хорошо. Просто красавец. Сука, этот пес. О тебе забочусь. Он, походу, помочь мне хочет. Вот молодец. Вот так. А, нормально, ты обо мне позаботился, дружище. Дэвид, по-моему, зовут, да? Но он как бы хочет меня спасти от своих соплеменников, одичалых. Которые хотят меня только убить, он же хочет спасти. Что он там делает? Он Джоэла разрезал? Не может быть такого. Это вообще не он. Чё-то я сейчас не вкурил, подожди. Только он перевел меня обратно в лагерь. Так они же меня убьют сейчас. Как самочувствие? Отлично прям, дай пожать. О, пожать принес. Супер. Прям вот. Предугадывает мои действия, спасибо. Чё это, картофан? Поешь. Фу, с тараканами, что ли? Сам жри эту гадость. Ты голодная? Откуда ты знаешь? Давно тут лежишь. Сколько? Что это? Хавчик. Оленина. Да с того оленя уж протух, наверное. Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово. Это олень. А человека зачем-то разрубил? Ты просто животное. Сука. Ты легко судишь других. Я умею. Как будто вы с другом никогда... Не убивали. Вообще ни разу такого не было. А что нам оставалось? Ну а нам что остается? Скажи. Умереть от моей пули? Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Так вы же тут толпами ходите. Хороши. А мы-то вдвоем. Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Ну да, кормили как поросенка съедят. Не хотелось бы. Как тебя зовут? Врёшь, как дышишь. Напротив. Я с тобой откровенен. Теперь твой черед. Да чем тебе моё имя? Какая разница? Я не смогу убедить остальных. Ты же начальник. Убедить в чем? Что ты нормальная. Храбрая. Верное. Особенное. О. Ясно. Он, может, на ней жениться хочет, сука, на молодых потянула, да? Смотри, смотри, смотри. Ай, что вытворяет, а? Глупая девчонка. Почти получилось. Она ему палец сломала. Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Какая выгода у тебя, чувак. Что теперь сказать остальным? Скажи, ты подскользнулся. Скажи, ты как корова на льду, пьяный с утра. О. Что? Скажи им. Девочка Элли сломала твой сраный палец. Ай, ай, ай. Скажи просто, как Элли. Как ты говоришь? А? Сраный палец. На кусочки?
До завтра, Элли. Это диалог в стиле Мыры. Дэвид, что с твоим пальцем? Элли. И все. По-моему, я знаю, кто будет ее спасать. Пенициллин-то помог. Не очень. Не очень он помог. Элли. Твою Элли поймали и заперли в камере, представляешь? Поэтому надо срочно ее спасать. Бери свой рюкзак, бери винтовку, бери остатки пенициллина, колись и вперед. Ну, я же говорю, отлично. Оп, что тут еще есть у нас? Хорошо. Револьверчик. Ой, смотри, бегает как новенький просто буквально. Реально, смотри, просто буквально реально. Смотри, прям бегает. Как чёрный, как олимпиец. Ничего не болит, все нормально. Под обезболивающим. Сейчас налутаем всего. А, нет, смотри, хромает все-таки заставка. Но это будет... Где же ты? Бешать, говорю. Да. Будет нам мешать только в заставках, судя по всему, потому что... Так, он нормально бегает, все хорошо с ним. Сейчас раздвигается. Нет, он просто, у него еще ноги затекли, поэтому он так дурненько немножечко. Он же сколько пролежал. Давно не двигал, сейчас немножко все разомнет и все будет хорошо. Он щемать умеет, смотри. Так, я все тут собрал. Нет, еще не все. Тут она, значит, меня заперла и ушла. Ну, красава, что? Это открывается у нас? И что, тут нет никого? Ты летаешь. Так, нам надо продвигаться тем же путем, собственно, что и она. Насколько я помню, когда она щемала, здесь была толпа бандитов. Хотя их здесь... Элли! О, молодец. Хотя их теперь здесь быть куда не должно. Она убежала? Потому что они же ее схватили, и сейчас, по идее, все сидят дома. Нам бы с тобой коня. Коня был бы вообще неплохо, сейчас бы той же дорогой побежали. Окна все, короче, забиты, перебиты, я так понимаю, в этой дорожке мы с вами тупо не сможем попасть ни в один дом. Ебаха, мамараха! Это что еще за такое-то, я не понял? Вот это было сейчас внезапно, если честно. Где она? Какого хера-то? Они же все должны были пропасть уже. Ебаха-мамараха, нормальное такое слово. Ладно, окей, подожди, чуваки, ну не стреляй. Дай позицию-то выберу нормальную какую-нибудь я. А здесь позиций-то нормальных нету, в принципе. Сколько их там? Раз. Два. Винтовка есть? Винтовка есть, но без патронов. Есть еще огнемет. Так, это дробовик, это не долетит. Бежать туда. Давай, ай, сука, ну почему надо было в ляжку-то прям попасть? Твари, мать вашу, хватит стрелять, сука! А как я, интересно, должен был их убить-то? Ну вы просто, короче, черти. Ладно. Попробуем так. Где еще их два было, да? Так, вон один. И где-то еще один должен быть. Ладно, пока вижу только одного. Там где-то стоял на балконе еще один. Ага, вон он, сука. Оп, не поп... Два! Три! Ладно, троих положил, уже хорошо. Они меня боятся. Боятся они меня, боятся! Нихера себе! Старый медведь проснулся. Вообще надо бежать в панике. Надо всем в лагере с вами говорить, что ребята, бегите! Джоэл проснулся! И они должны бояться этого имени вообще. А то это что за херня-то? Что это за встреча такая? Встреча? Вы вообще меня некультурно встречаете? Разве так положено встречать гостей? Надо хлеб, соль, чай, кофе, все дела. А вы, собаки, взяли же, стреляли ни за что. За это вам будет месть моя страшна. Я вас всех убью. Я реально вас всех убью, ребят. Можете не удивляться. Опачки.
Ладно. Не, ну я надеюсь, часто они меня так не встретят опять внезапно, потому что они прям выбежали, реально расстреляли. Как собаку какую-то. Так, отлично, охотничье ружье. Его, в принципе, уже можно взять, наверное. Да. Уа, что на двухзарядные туэльки? Ты четырехзарядные, что за херня-то? Два чувака, это та Элька, а это Икселька. Одна меньше, другая больше. Где вы, черти? Ага, одного вижу. Та двух вижу. Спалились. А, вы типа меня ищете? А ничего, что вы от меня в панике убежали, ребят? Ищут они меня. Что ты будешь делать? Так! Докинешь до туда. Долетело! Долетело, это самое главное! Двух, да? Двух я убил. Ладно, нормально. Сука, Джоэл, все-таки смотри, какой полезный человек, а? Я, в смысле, я говорю, Джоэл, смотри, все-таки какие полезные, у тебя есть бомбы. Вот что я имел в виду. Так, ну куда же ты ушел-то, черт? Я не понимаю их логики вообще. Они, короче, от меня убегают, а потом останавливаются и начинают меня искать. Как это? Зачем вообще? Для чего? Так, да всякий пожарный нахер. Аптечки экономии здесь вообще сейчас не дело и не место. Так, узкая помещенница. Это надо лучше взять дробовик на всякий пожарный. Кстати, писали про то, что огнемет это вообще дичайшее средство для того, чтобы убить абсолютно всех. Но пока не до него. Вроде никого, ладно, так. Не, ну реально, куда они убежали-то? Вы что, есть секунды-то, ребят, только вернитесь. Есть что собрать-то? Так, там можно как-то залезть. Я не хочу пропускать вообще ничего. Все припасы надо собирать, все припасы очень важны. Каждая доморощенная тряпочка может вообще просто выручить. Залезь. Нет, слабый. Ты что, серьезно не хочешь туда залезть? Джоэл, ты меня огорчаешь. Я прям тебе на полном серьезе говорю. Как ты не хочешь залезть? Там столько припасов, наверное, есть. Так, аккуратненько. Вроде никого. Но это только на первый взгляд. Они где-то все за бочками, за херочками. Все где-то прячутся. Встань. Привет! Привет! Кричай его! Держи его! На, сука! Настоящий мужской удар! Добивай его, красавчик! На, сученыш! Пойдешь со мной. Вот что творит состояние эффекта с раненым в пузо человеком. Уроешь, да-да-да. Так, мы пошли, короче, на обмен. Что тебе нужно? Да за что? Отдохни. В смысле, за что? Вы убить меня хотели вообще-то. Так. Девочка, она жива? Девочка. Какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Он ему сейчас руку пырнет, по-моему. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. А у тебя две карты, типа? Он ты скажет, сравнивать будешь? Я не вру. Не вру. Ты охренел? Он все тебе сказал? Вот он удивился сейчас. Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Доброе утро. Вставай. Пусти! Ну, хватит! Прекрати.
А, Джоэл этим по яйцам бьет, а эти это и по яйцам бьют. Все друг другу по яйцам бьют. Я заражена! Заражена! Да ну! Серьезно. И ты тоже. Чего? Не веришь? Задери рукав. А он-то когда зародился? Смотри. Ну ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. У нее гипс на пальце. Что сука, это такое? Палечный разводка. Гипс. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Сука, я ее обожаю. Ну просто вообще, ну как так вот? Ну не красава ли, а? Просто взяла и зарезала чувака. Просто прям вот так вот. Никакого страха, абсолютно ничего. Она просто берет и режет людей. А-а-а, ну ты вообще, ну просто... Черт, вот ты делаешь, что черт. Что за фигня тут творится? Так-то буря. Эй, ну куда же ты? Я убежаю. Это мой город. Твое что насеришь? Они просто вообще какие-то звери. Они готовы за друг друга все и всем разорвать. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.